Как открыть свое дело, завести хозяйство, повысить доход семьи? Об этом рассказали на выставке, которая открылась в Центре занятости населения Якутска. Сегодня он ведет работу по разным направлениям. Одним из них является выплата субсидий в размере 82 тысяч рублей на открытие своего дела. Чтобы получить деньги, необходимо защитить свой бизнес-план. В этом году субсидии получили уже 16 граждан. Они приобрели необходимое оборудование и начали свое дело. Кто-то из них занимается шитьем, кто-то сельским хозяйством, строй. Других требований по виду деятельности нет. Центр занятости мы получили субсидию в размере 82 тысяч. Эту субсидию я потратила на то, чтобы перестроить гаража, сделать курятник уже. В сентябре месяце я подала заявку на гектар земли. Все будет зависеть от того, конечно, где получится взять землю. Если получится взять этот гектар с водоемом, то, конечно, я хочу заняться разведением, прям профессиональным разведением гусей и уток. Ну, если не получится, конечно, что на этом участке будет водоем хороший, то тогда, я думаю, все-таки буду развиваться в направлении индюков.